Всем привет! Получил я сегодня такую вот коробочку. Запаковано все как положено было. Доставили данный товар мне прямо домой с курьером. С момента покупки прошло всего 14 дней. То есть за 2 недели данный товар был доставлен мне прямо на дом. Сейчас расскажу, что это такое. А это USB эндоскоп. Ну, по сути, это видеокамера подсветкой. Здесь имеется LED подсветка. На длинном USB кабеле. Если не ошибаюсь, 5 метров должно быть. Да, написано 5 метров. В комплекте идут какие-то 3 насадочки. Так понимаю, надевается сюда. Вижу крючок. Вижу небольшое зеркальце. И еще какая-то пружинка, держатель, не знаю. В комплекте что у нас есть? Так, мануальчик, бла-бла-бла. И диск с программным обеспечением. Так, глянем. Тут на китайском. Ну да. Здесь на английском языке. Характеристики: 0,3 мегапикселя сенсор в обычном качестве, резолюция 640 на 480 и 2 мегапикселя в режиме HD, либо 1280 на 720, ну, то есть 720p. Угол 60 градусов, дистанция фокусировка от 6 до 10 сантиметров, 6 LED. Короче, видеокамера на 5-метровом кабеле. Ну, в принципе, она такая малюсенькая, вот по сравнению с пальцем. Все качественно, даже здесь вот такие вот липучечки имеются. Я так понимаю, вот этот регулятор, крутилка, это яркость, видимо, подсветки. В общем, подсоединяете к компьютеру. Запускаете программное обеспечение, и можно делать скриншоты, либо записывать видео с камеры. Иногда бывает, что необходимо посмотреть, что находится глубоко где-нибудь, там, я не знаю, в двигателе автомобиля. Просто так туда не подлезешь. Запихиваете туда такой эндоскоп, и на экране компьютера можно будет посмотреть, что там находится. Да куда угодно. И, например, вы там потеряли, скажем, ключи, завалились у вас куда-нибудь за шкаф. Просто их не видно. Цепляете насадочку с крючочком, запихиваете туда камеру, увидели, зацепили, вытянули. В общем, много куда можно придумать, использовать данный девайс. В общем, сейчас я... Где тут диск? Установлю программное обеспечение и посмотрим, что из себя представляет данная камера. Неплохая штуковина, в общем, оказалась. Я ее потестировал при подключении к компьютеру. Светодиодики малюсенькие. Здесь все, значит, защищено стеклышком. Светит ярко. Длина, значит, самого девайса 5 сантиметров, и ширина, ну, как в описании продавца, действительно там 8-8,5 миллиметров. Картиночка, в принципе, достойная. Имеется возможность здесь, значит, регулятор крутить. Он регулирует подсветку, ну, по сути, либо очень мало, либо сразу на максимум. То есть, как бы, сильно плавно не регулируется. Да, в комплекте был такой вот микро-USB от LG кабелечек. Ну, с моим смартфоном не заработало.
Видимо, мой не поддерживает подключение вот тот же устройств. Ну, подключил к Android приставке, ТВ-приставка на Android. Да, заработал, причем заработал со стандартным приложением камера. Я сейчас подключу к компьютеру, буду записывать с максимальным разрешением, то есть 720p, 30 кадров в секунду, и покажу, как это все, значит, фокусируется, то есть на линейке, на примере поставлю и покажу. Итак, сейчас мы с линейки посмотрим. Устанавливаю 3 сантиметра, ну видно, не фокусит. Поднимаю. 4 сантиметра — это минимальное расстояние, на котором виден фокус. Увеличиваю. 7 сантиметров, 8, 9, 10 сантиметров. Ну вот выше я уже стал поднимать, сейчас 12, и уже видно, что пошла расфокусировка. 15 сантиметров уже совсем плохо. Так что идеально где-то в диапазоне до 10 сантиметров, от 4 до 10. То есть вот 8 сантиметров самое идеально получается. 10 максимум. Вот видно, что ближе уже все. Короче, вполне годный девайс. Например, как бы я мог это использовать? Ну, то есть, вот, к примеру, мне необходимо что-нибудь такое мелкое запаять. Под дуб работать неудобно. А этот эндоскоп я могу, например, закрепить, ну, я не знаю, там, прищепкой пристегнуть к чему-нибудь. На экран выводится на полный экран картинка, и спокойно себе что-нибудь паять. Будет смотреть, будет видно на экране компьютера то, что я делаю. Ну, сейчас я покажу, как выглядит все это на экране компа. Предположим, вот так вот. Считаю, вполне неплохо. Это лучше, чем присматриваться в лупу. Паяем здесь, смотрим на экран компьютера. Так что вполне себе годный девайс. И да, покупал я на Алиэкспрессе, покупал версию 5-метровую. Бывает 5, 7, по-моему, там 2 метра есть, 10, 15. В общем, цена зависит от длины USB кабеля. Конкретно 5-метровый стоит 760 рублей. Вообще, если поискать, можно найти такой девайс. Ценники начинаются, грубо говоря, от 250 рублей на них. Ну, там качество просто 640 на 480. Здесь вроде как HD, хотя все это, по-моему, просто с интерполяцией до HD. Обычный VGA 0,3 мегапикселя. Здесь установлен сенсор, я так думаю. Сейчас я подключу к компьютеру, выключу свет до начала и покажу, как светит подсветка, с какой яркостью. То есть вот она выключена. Чуть-чуть кручу, 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 кручу на максимум. Ну, то есть, грубо говоря, никак. То есть что-то разглядеть можно. В принципе, на расстоянии 10 сантиметров, я думаю, будет видно все нормально. То есть проверил, запихнул в корпус компьютера. Как бы все было видно неплохо.
Из-за подсветки, конечно, греется сильнее. Ну, то есть совсем, когда подсветка отключена, ну, такое тепленькое, может, температура, я не знаю, чуть выше, чем температура тела. Градусов, может, 40. Так что сильного перегрева, в общем, нет. В общем, довольно-таки интересный девайс. Хотя, конечно, 760 рублей за него, конечно, дороговато. Но тут стоит учитывать то, что в эту стоимость, во-первых, это 5-метровый USB кабель, то есть длинный. И, конечно же, в эту стоимость входит доставка курьером прямо к вам домой. Поэтому, видимо, такая цена. Ну, как я уже говорил, можно, конечно, приобрести в 2 раза дешевле. Просто будет наверняка дольше ехать к вам посылочка, и за ней придется идти к вам на почту получать, скажем так. В общем, годный девайс. Такие вот дела.